просто тест гитары, тест микрофона, тест музыки. Посмотрим, что сейчас получится. Прям все ноты попал, Саша хвалит меня. Наконец-то. Димон, что скажешь? Больше, чем у Грика. Выключай. Хорошо. А зачем 96? У тебя же запись на 44. Да просто, чтобы плацебо. Ну что, друзья, по факту у нас получилось очень интересный эксперимент. Мелодия красивая, гитара интересно звучит. Что интересно в этой записи, что мы использовали технологию MS двумя микрофонами AKG и абсолютно не использовали никакую обработку. Ну, там плюс-минус, может, эквалайзер какой-то, но дополнительных ревербераций, пространства, вот этого ничего нету. А объем достигается за счет того, что звук снимается технологией MS, ну и соответствующим образом, как сказать, не обрабатывается, но обрабатывается, наверное, все-таки, да. Так что надеюсь, что вы получили удовольствие, так же, как и я. Впереди у меня тур, в ноябре уже подтвердились Омск и Новосибирск. Заходите на мой сайт budyak.rf, там можно посмотреть расписание уже. Ну и прикупить музычку красивую в отличном качестве.